Здравствуйте, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же моряк, это «Фокусы от моряка». Я рад приветствовать вас на своем канале. Ну что ж, друзья, последний месяц лета, месяц август остался за кормой, и это означает, что пришло время подвести итоги конкурса и узнать всех наших победителей. Прежде чем начнем, друзья, все те, кто не победит, не отчаивайтесь, конкурсы у нас проходят каждый месяц, поэтому комментируйте, пишите лучшие комменты, участвуйте в конкурсе в магазинчике «Карт моряка». Ну что ж, друзья, давайте время терять не будем и сразу перейдем к нашим победителям. Итак, первым делом давайте посмотрим, кто у нас стал случайными победителями, случайными, так сказать, комментаторами, которые просто писали комментарии и были подписаны на канал. Итак, внимание на экран. Итак, друзья, давайте подведем итоги, посмотрим, кто же у нас стал счастливчиком в комментариях к нашим видосикам. Как я уже говорил, конкурс лучшего комментатора продолжается, но мы будем оставлять 1-2 комментатора лучшего и 1-2, ну, в пропорциях, соответственно, да, будем брать счастливых комментаторов. В этом месяце я решил сделать 1 лучшего комментатора в плане, ну, красноречия, да, и 2 мы возьмем просто случайных. То есть я возьму, допустим, вот это видео сейчас открою и вот это видео сейчас открою. То есть мы берем ссылочку на этот видосик. Ссылочку на этот видосик мы возьмем. Здравствуйте, друзья! И в наше приложение мы сейчас вставим, да. И 1 победителя мы возьмем именно вот отсюда, вот с этого видео. Сейчас мы загрузим всех комментаторов. И вот такой вот у нас получается комментатор, но он не подписан на канал. Обязательное условие быть подписанным на канал. Как вы видите, этот человек не подписан, поэтому просто тупо едем дальше. Обновляем и... Алексей Беляков, подписчик канала. Алексей, ну что же, я вас поздравляю. Вы первый счастливый комментатор. Случайный, так сказать, комментатор, которому просто повезло более всего. Ну, для наглядности можно, конечно же, перейти на сам канал Алексея, посмотреть его подписки. Ну, хотя сервис и так все за нас уже показывает. Он показывает, вот, кстати, мой канал. О, даже на мой лайв-канал подписан, где почти ничего нет. Итак, Алексей Беляков, я вас поздравляю, вы первый победитель. Ну что же, мы теперь это дело закрываем. И мы... закрываем данное видео, да, и берем следующее. Берем вот этот вот базовый фокус для новичка. И вот сюда мы его вставляем, да. Давайте прогоним его. Так, сейчас сервис подзагрузится. Он бывает что-то то быстро грузит, то медленно грузит. Но вообще сервис очень прикольный. И первый же попавшийся комментатор — это Дамил Бекхожа, он является подписчиком канала, да, и вот он оставил комментарий, да, можно на канал Данила перейти, глянуть, что у него тут есть, да, ну у него, а, вот подписки есть, да, вот и мой канал сразу виден. Ну что ж, Дамир, я вас поздравляю, вы также становитесь победителем и получаете классные картишки в подарочек. Итак, как вы уже заметили, это у нас Беляков Алексей и это у нас Дамир Бекхожа. Оба эти человека написали комменты к моим августовским видео и являются они подписчиками моего канала. Ну что же эти ребята получают? А давайте мы вот так вот Дамиру Бекхоже подарим вот такие вот картишки, которые называются «Байсиковые стандарты». Классные картишечки. А Белякову Алексею мы подарим вот такие вот картишки, которые называются B92. Прикольные картишки, очень я люблю, кстати, карты Бихи. Если у кого нет, рекомендую. Ну что ж, теперь давайте узнаем, кто же у нас стал лучшим комментатором. Кто написал прикольный коммент, который меня вот реально зацепил, порадовал, который мне понравился. Итак, это у нас матрос, который скрывается под ником... Ух ты, батюшки. Серго. Серго, наверное, Серго Орджоникидзе. Итак, Серго, он у нас в этом месяце единственный лучший комментатор. И что же он получает? Да, кстати, Серго написал комментарий к моему прошлому итогу конкурсов за июль месяц. Давайте посмотрим, что он написал.
Итак, Серго мы подарим картишке, конечно же, почетче. Это карты Pressers. Обзор на эту колоду я делал в месяце августе. Именно эти карты я обозревал, то есть они были мною один раз вскрыты. Ну а так карты полностью в нульцевом идеальном состоянии. Уважаемый Серго, я вас поздравляю. Колода Pressers отправляется к вам. Ну и, конечно же, теперь подводим итоги конкурсов в магазинчике карт моряка. Удача благоволит всем, кто покупает в магазине карт моряка, помним об этом, друзья. Но все же один единственный случайный лучший счастливчик сейчас у нас здесь объявится. Итак, давайте посмотрим, кто же им стал. Итак, друзья, давайте подводить итоги конкурса в магазинчике карт моряка. Напоминаю, что удача благоволит всем, кто покупает в магазинчике карт моряка, но среди этих людей мы выбираем одного счастливого покупателя, кому удача, так сказать, благоволила более всего. Итак, вот они, наши претенденты, вот весь перечень тех людей, которые решили бросить вызов судьбе и испытать свою удачу в конкурсе. Как обычно, мы заходим на наш любимый сервис, вставляем всех этих людей в списочек, выбираем одного победителя. И я напоминаю, что на кону, на нашей корабельной бочке сейчас колода Medicine Dealers Green. Классные картишки, друзья, очень рекомендую их вам. И кто-то сейчас получит их бесплатно. Кто же это? Сейчас узнаем. Итак, барабанная дробь и кнопка выбрать нажата. Так, и это у нас... Илькин Данил, город Ковылкино, Илькин Данил. Ну что ж, Данил, я вас поздравляю, колода Medicine Dealers отправится к вам в город Ковылкино. Ну что же, а мы будем переходить и поздравлять наших победителей. А стал им, как вы уже поняли, это Илькин Данил. Илькин Данил, и как и было обещано, он получает вот такие вот четкие картишки, которые называются Medicine Dealers зеленого цвета. Это крапленая колода. На мой взгляд, одна из самых удачных колод от компании Иллюзионист. Мне лично эти карты очень симпатичны. Ну что ж, друзья, вот они наши победители, вот они, встречаем, аплодируем. Уважаемые победители, связывайтесь со мной ВКонтакте, я расскажу вам, как забрать ваши призы. Ну и, конечно же, участвуйте в новых конкурсах, которые ждут вас в сентябре. Они уже идут, так что вперед. Ну а на связи с вами был Сергей Куликов, он же моряк, и да хранят вас боги моря и небес. Пока-пока!